мы выехали 22 июля 2018 года. Вон коровки пасутся. Наши потеряевские. Паводка, 4 парапета поставили здесь. Ну, это только чисто снимать. Хорошо, там по сантиметру буквально пройди его. Для нас это очень важно, чтобы весной тут не прорвало. Если даже в одной себе прорвет, он угадит, все равно направит его вдоль. Налево и направо. Какие парапеты поставили? Камень абсолютно весь израсходовали. Воды-то вообще мало. Очень. Вот так. Как там перекрыли? Одна лужа. Камушки лежат каким-то образом. Коровы или кто тут постарались? Вот справа, слева. Видишь как? Покажи еще раз. Да. Отлично. Подправить можно. Даже коровы с этого лейка там вдули. Когда увидите в интернете первый мостик, вы знаете, что мы проехали первый мостик. А это вот слева трасса шла. До сих пор она дошла и началась перестройка. Все, они бросили. Вот этот бугор, да? Вот он идет. Тут насыпано уже, все было. Вот как сделать сумели. Советский Союз выкинули. Медленно-медленно может тут проехать. Ну и сухая почва. Леша прошел, открыл двери. А ты что, если что, выскочи, да? Я приоткрою дверь, Андрей. Специально. Потому что едем по опасному месту. Мы когда ехали по стране и за рубежом, как только едем в железнодорожный мост, мы сразу собаку отстегиваем. Телефон. 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 Раньше это часто был полуостров, а сейчас остров стал. Да, мы уехали, и вот едем по второму мосту. Все. Я таким проверяю. Все. Леша вышел, открыл, как я ему наказал. Слушай, опасно. Почему? А у тебя голова не будет. Вышел, а машина пошла. А там 50-59 человек было. И он как бог сделал, интересно. В это время рядом бежал чемпион по подводному плаванию. Упс. И он начал нырять на высоту, где глубина где-то там около 10 метров. Ну, очень глубоко. И он сумел там разбить и по одному их вытаскивал. Вот около 20 человек вытащил, но остальные погибли. Последний раз он когда всплыл, а там глядят, он сиденье вытащил, он не мог даже понять, что там. 13-кратный чемпион, армянин, это Шарваш, кажется, звать его. И он там потерял здоровье столько, вода холодная была, и карьера, все было зарублено. А вот Олимпиада была, он нес флаг, ему Путин там специально доверил. Вот какие люди есть. А другой раз где-то он точно так же шел и пожар. Там пожарники все отчаяли где-то, он просто за обязку вас убил. Воды немыслимые сделал. 13-кратный чемпион подводного плавания. Таким людям, говорится, только памятники ставить при жизни. Вот. Поэтому мы когда ездили где, мост сразу собаку отстегивали. Все везде, чтобы на всякий случай под воды можно было вынуть. Так еще все машины падают, тебе не надо такие слова. Тоже ничего не думали. А подготовка, она не помешает никогда. Для этого голова дана.
можем ходить с одного гостоуля на другое. А когда у них жарко и в это время там облет бывает, они бывают злые. И главное, не раньше, не позже. Сегодня на меня один вышел, мы с ним переписываемся, он подписывается добрый плотник. Вот он там показывает, как он занимается пчелами. Вот если у этого, кому мы едем, он специалист, с детства с пчелами вырос. Ну что-то там с матками неладно. А этот показывает, как у него пчеловодство идет. Маленькая какая-то трубка, и показано, за петки там идет, ее поршень подвигает. Он сидит за микроскопом. Там на этом у него капля. Так, осторожно. Влево. И капля чего? Спермы, видать, от трутней. И он искусственно плодотворяет матку. И тут же подрезает ей одно крыло. И далее показывает, какие пчелы. Спокойные, спокойные. И он сразу маточник ставит. У него вот эти моку там. Я не знаю, там, наверное, несколько десятков маток. Ну, я это хочу Геннадию Павловичу сказать. О! Слава Христу! Шарщина поймали раньше еще. Вот так интересно. Ну сколько уже, второй год посюда ездят. И дорога-то, видишь, какая хорошая. Хорошая. На западе там, говорит, они за лето переезжают несколько раз. Пасеку перевозят. Гречишное поле. У него, говорит, в два раза больше гречихи, если пчелы. А кто кому нужен? А чья гречиха? Он что-то платит пчеловоду. А пчеловод мед собрал? Не важно. Он бы и так собрал, может, меньше. Это с какой скоростью идет? 60. 50, да? 60. 60. Сейчас. Пошел. Это уже пошел на улицу. Да, вот про эту развилку я говорю. А вот это на Кочина пошла дорога. Да. Кочина никуда не сворачивает. Вот Алексей едет из сена, это Андрюшин брат. Давай брата за рулем. Отец-то приехал? Да. Ну, слава Господу. А мы молились за него. Я вчера у них дежурил по деревне и зашел, и ласточек снял.
гряд. 9 гряд. Валю спрашиваю, сколько? Она не знает. В прошлом году вроде 12 гряд было. Ну, как последний год, мы все гнезда уберем. Говорит, выйти невозможно. У нас сочета были, эти все сверху давали, за ней прям коридорчик, да узенький. Ветер-то никуда не дует, он на дороге стоит пыль. Ну, немножко в сторону. Главное, не дождя нет, и пыль прибила маленько. Вообще удивительно. Я стоял и молился, Господи, да позволь же нам. Я же детишкам хочу показать все это. Такой экскурсии больше никогда не будет. Он что-то болеет, Геннадий Павлович, и говорит, не пью, не курю, пасека не вылажу. Вот что-то там болит и все. Это он житель Потеряевки. Его мама и моя мама были пчеловодами. Его мама была главная. У нас своих пчел было 25 колодок. Ну, колодками назывались ульи. А он все вспоминает. Я, говорит, маленький был, а вы, говорит, приходили на пасеку, и меня, говорит, качали, сделали и качали. Все время. То есть он моложе меня. У него отец, вот, бывают мужчины, ну, мужчины, не знаю, как говорят, симпатичные, там, красивые, не говорят. Его мужчина был видный, вот могу сказать. И аппендицит, не такая сложная болезнь. Взяли здесь и не могли поправиться, и он умер. Павел. Я тогда маленький был, а отец-то его старше меня. И я понимал, что этот мужчина какой-то особый. А его вот его мать была, ее видно какое-то такое, как будто княгиня. Кто-то кору зелья пробирал. Да, видишь, сколько обирали? Да, вижу. Деревья-то, наверное, могут засохнуть. Весной снимают? Ну да. А зачем снимали? Что-то делали, наверное? Или варили дёготь? Ну, обычно так снимают на это, на изделия какие-то. Ну да. Но рекомендуют, вот я в книге читал, всё-таки с поваленных деревьев снимают. Ну, конечно. У меня брат был старше, Самуил, на 5 лет старше. Он все умел делать, а я никогда ничего не умел делать такого. Ну, я любил его, не выскажешь как. Он меня обманывал, не высказать как. Я с усиком сдам велосипед купить. А он, ты мне деньги дай, я в армию пойду там заработаю. А у меня ума-то нету. Я сказал, да в армию-то какой заработок? А он выманит деньги у меня, не отбирал, а именно, чтобы я отдал. Он лыжи мог сделать, вот. Однажды из этой коры надрал и мне шил туфли праздничные из коры. Так я в них только в церковь ходил, ну, как башмаки такие. Нечего было надеть из коры. А какая церковь? Да, ну, как какая? Где праздник-то был? Вот на Урывке тут всегда были кержаки. Вот это кержатское селение, куда мы едем. Последний раз поехали, когда уже священца приняли, мама со мной пешком пошла. Ну и старики, чтобы подтвердить, ну правильно я или неправильно, я говорю, что должен быть священник. Пришли, а стариков нету где. Говорят, они говорят, кружки свои взяли и ушли там где-то гулянка со своими кружками. Это можно, выбивать можно, но только чтобы своя кружка была. А кино смотреть, на улице показывали, ограда. Дедушка говорил, смотреть там грех, да он из-за ограды смотрел. Из ограды можно. А мы ребятишки-то не понимаем, бывает такой фильм интересный, а много разговоров-то. Кино кончится, а мы как кабочки там лежим на земле. А смотреть кино охота. А на стене там конторы или как? Проведи. Еще. О, Владимир. А ты в какую сторону идешь? А, домой. А то бы довезли.
проведите. Вон как. Дурник. А что, у него машина не работает или что? Что же он тут делает? Это Володя платит. А он любит пешком гулять. Да. Он там гуляет всегда. Безотказный такой. Куда бы ни позвал его он. И вот у нас сваи там надо было забивать. Он пришел, шкурил. А в церковь не ходит ни разу, даже ноги не переступает. Это сын вот этой Серафимы Гавриловны. Интересно, я сегодня стоял и думал, Господь, десятину, это его десятину, он ее требует. А человеку от первой жизни людей дал десятину. Там жили 90, 950, а тут 95, это уже долгожители. Долгожители. А Ной 950, а Мафусаил дольше всех жил, 969. Есть такая легенда, когда он уже умер, а Господь Бог его спрашивает, ну как Мафусаил, тебе длинная жизнь показалась? Он говорит, мне показалось, я открыл дверь и прошел комнату, с другого конца открыл и вышел. А хотел бы еще пожить? Он говорит, хотел бы, а умирать еще надо будет? Он говорит, ну конечно, тогда не надо. То есть смертная чаша такая горькая и страшная, что и жизни не надо. Это мы веселые, потому что еще не умирали, не знаем, что это такое. И человек, который сам себя подрывает, он не знает, что за этим. Вот, в урывки зайти, да? Да. Это мы въезжаем в поселок Урывка. Домики раскрашены. Не забудь, Андрюша, там заметить километраж. Ну, я думаю, десяток-то будет, потому что по деревне едем. Хотя и прямая дорога теперь через мостики. Вот интересно, Киржатское селение, веры никакой нету. Совсем. Одни предрассудки. А здесь женщина идет, а мы с Игорем Глушковым едем на Благовестие в Шадщину. Я говорю, остановись. Я ее догоняю, говорю, мы у вас сегодня будем проповедовать. Говорит, Евангелие вам надо? Я Киржачка. И идет дальше, шагает таким быстрым шагом, как вот Марина Христенко. Вот. Я говорю, ну-ка обгони ее еще раз. Обогнали. Я говорю, мы Евангелие вот даем. Никакого Евангелия не надо. Я же сказала, я Киржачка. Вот все. Отбрила меня, и я пошел бородой. А тут вообще даже не сбрызнуто. Так что мы поехали не зря. Машина какая справа. Видал? Вот прошла. Глазами-то шире глядит. Интересная милицейская машина, видать. Лобик называлась. Так как... Что-то оно выезжает куда? Мне кажется, как бы не проехать. А он же знает, где он живет, да? Конечно, он был не раз. Вон, видишь, сколько заброшенных домов. Картошечки не очень ходили. Жалко, я выстрижу на вене. Так, больше ходить, смотрите внимательно. Вопросы задавать можно? Можно задавать, только надо знать по делу. Не про наших бутов. Паша Постаногов жил, мы учились на одной квартире жили, он помер. Всю жизнь спортсменом был. Садился, бегал маленький ростом, а на длинной дистанции марафонец. И на морозе бежал, легкие повредил, никому это не нужно. Вот пруд, видишь, для утака хорошего ряска. Плавает. Вон их цело, веренада. Зелени сколько. Это означает, родника нет.
стоит. Машину только нужно закройте, потом выйдите окна и закройте ее назад. На ключ. Виталия там не снимай сзади. Кого не снимать? Виталия. Мне? Телефон надо тебе? А что, выпал? Давай его сюда. Да, платочек за стол. Ох, как хорошо! А, кофточку решила пододеть? Я с тобой выходила. Ребятишки выгружаются. Гос. А что у тебя там написано? Госнарконтроль. А что это такое, значит? Ну как что? По обороту за наркотиками. Что, Игнатьевич, зашел уже? Заходим. Скорей. Осторожно, тут черные могут быть. Конечно, могут быть. Раз мы на пасеку приходим. Надо где-то в окошко посвящать. Сейчас я пойду. Они в ограде. Где-то там. Там. О. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Миру. Да что ж вы такое? Договорились, молодцы, но в такую погоду все равно. Миша, пчелы летают, не так уж жарит. Так, да, пчелы. Ой. Здравствуйте. Геннадий Павлович, давай показывай хозяйство свое. Вот давайте с камерой под зонт. Мы поехали со своими кружками, со своим хлебом. Уже два пустое, это может быть. Володя, иди рядом. Так, там не ходите впереди улицы. Вот здесь обходите, ребята, вот здесь. Вон там обходите, смотрите. Вот здесь. А я сегодня подумал, что вы сегодня приедете. Думаю, дождь идет. Так, иди туда рядом, чтобы слышный голос был. А как часто вас на дрожь идете? Как часто? Так, только не одни и те же, а какие по времени подходят. Да. А вас приглашают собирать с полей? С полей? Да, лед с полей собирать. Проходите, вот здесь не так много дождя, проходите сюда. Да. О, много народу. Да. Можно вот так открыть, можно туда пройти. А, ну подойдите. Тихонечко. Так, я маленечко разденусь. А то я пошел косить сегодня. Чего мы не работаем. Вот туда ребятишек выведите, посередке я щакну их. А, ну я все вот тут. Ребятишки. Алло, ребятишки, вот туда ребятишки. Все выйдите. Вот, вот так, между пчелами станьте. Вот сюда, подальше.
подальше, чтобы мне всех захватить. Пока очень-очень мало, погода не дает. Идите, ребятишки, всякие слова. Подальше, даже не шевельнется. Ну разве можно так? Третий раз подхожу, княгиня. Тихонечко, тихонечко. Все туда подойдите, сказал. Сними башлык-то. Могут сначала детей хотели чат. Ну быстрее. Все сказали. Ну главное, некогда, толкуйся, не могут подойти. Ну разве можно так? Ведь нажалить могут. Вы что, ничего не понимаете? Сейчас, ну, скажите, дайте конечно. Это снимки уникальные просто. Тарасий, повернись сюда лицом. Ты что? Много у вас нынче народу, кстати. Это, я-то в прошлом году к вам приезжал, помните? Я помню. Чудесно. Все, чапнули. У вас свежего-то нет вообще? Да. Да как сказать, вчера немножко... Немножко. Проходите от дождика сюда. Дождя вы уже. 30-го. А вот 30-го тогда... Вот туда, проходите. Может, вешаем какие-то? Только укладывать. Сегодня мне материал сбросил один. Ни раньше, ни позже. Пропщу. Как вам сказать? Когда начинаешь, надо очень много вложить. Сейчас стоимость очень большая. Чтобы его видно было. Главное, это он. Зайди с той стороны. Все приспособления, вощины. Но так как у меня сейчас уже, ну, как сказать, развита пасека, я уже занимаюсь сам больше 30 лет. Сам лично. А вообще я начал на пасеке присутствовать с 5 лет, потому что у меня мама работала на колхозной пасеке, вот вместе с мамой Игнатия Тихоновича. Ксения Михайловна и Мария Егоровна. Да. Вот они работали, но я до сих пор удивляюсь. 120 семей было основных и две женщины. Ваша мама вообще старенькая, вот как они могли это все успевать? Так у нее дома 25 своих было. Да, но у нашей не было дома. И вот понимаете, я сейчас, вот мы с женой, у нас сейчас 8 стульев, и это так тяжело, вот с утра и до ночи, с утра и до ночи. И я не мог понять, как они вот могли успевать. Ведь и веселые были всегда, скажи. Да, у каждого семья и дети, а у них вообще семья была, 10 человек детей. Но у нас-то поменьше, у нас всего 4 было. И вот из 4 нас детей, проходите сюда, вы же можете. Вон туда. Заходите, можно. Ребят. Вон туда можно зайти. Проходите. Заходите. Неудачную погоду вы выбрали сегодня. Зато пыли не было. Ну пыли не было, да, и пчелы не летали. Да, и пчелы не летали. И вот она самая. На чем я смеюсь? В общем, пчеловодство — это тяжелый труд. И когда у меня мама пошла на пенсию, и женщин провожали тут на собрании. Одна женщина сказала, да, ярко, да что там, Ксения Михайловна, просидела под березками. Я думаю, надо так сказать, это вообще ничего не представляет. Но она думает, мед рождается в ведре, в кадушке. Это один сказал, надо как краник вернуть сзади. Тогда мед будет, а так не будет. У вас сейчас сколько колодок-то? Да 80, уже, наверное, больше. 80? Домик. Кто угадает, что... Ну, это считается хорошая пасека. А вот я хотел сказать, сегодня мне прислали какой. У него что-то неладно с матками. Вот у меня, значит, тоже такая. И показывает, как делать маток. Одновременно может 50-70 маток быть. Ну, это специально выводят мат. Да, там все показано по частям как. Да, значит, такая стеклянная трубочка, и там какая-то пчела. И он ее за голову поршнем придавливает, и половину у нее вылазит, а дальше она не может вылезти. Дальше он показывает игла, микроскоп, и там, видимо, от трутня сперма, капля. А, ну, это вообще сложная проблема. И он, главное, сразу дальше показывает уже рамки через какое-то время. Ну, я не знаю, вся рамка, одни рамочник, матошник, это, да. Матошник. Это специально выводят маток, потом продают. Это сложное дело. Да, ну, кто этим занимается, для них это не сложно. Вопрос в том, что смотря чем занимаюсь. Некоторые медом только занимаются. Галя! Я занимаюсь. Да где она там? Вон он. А вы вообще-то говорили, в 12 вроде рано. Да, батюшке выезжать. У него там выезжать надо. И он подальше службу кончил сегодня. Не литургия, а богослужение-то. И нам надо успеть, дождик еще, вернуться. Галь! Здравствуйте! Так.
Давай ты, давай черную покормим тут. А поели, мы поели. Нет, я имею в виду медом. Ну, медом потом, когда все это посмотрим. А мы приехали со своим хлебом, с кружками, ложками. Здравствуйте. Здравствуйте. Если будет хлеб, вот хлеба, на хоть какая-то рамка, чтобы... Да. А почему именно с хлебина, с пергой? Ну, это хлебина, это перга называется. Хлебина это, ну, такое простонародное выражение. Да. А вообще это перга. А перга это из пыльцы. Пыльцу вот они собирают. Да. Как готовят ее, да, пчелы? Расскажите. Ну как пчелы? Носят пыльцу на лапочках. Вот. Слушайте внимательно. Идите. На лапочках такими катушками. Потом в ячейке затрамбовывают, прессуют. А чем протрамбуют? Ну, ножками этими. А показывает на этом. Хоботком. Держит, да, хоботком. И она у нее головка такая, как стеклянная. Она упирается, говорит. Ну, даже хоботком она туда трамбует. А потом закладывает, закрывает медом, чтобы она там не испортилась. Не окисилась. Да. Это... А потом, чтобы не вытекло воском. Ну да, потом воском. Но пергу они мало воском. Они вот мед воском покрывают. Вот. Чей это парень? Устинов? Да. Ну, а имена-то какие? Это Варфоломей, это Назарий. А третий дома Евтихий. Мы никак не забыли. Варлам. 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 Да. Вот прошлого года приезжали, мы показывали, как раз качали. А сегодня-то вот проблема. Я уж хотел позвонить, чтобы не ездили, но потом мы расстроились. Уезжают сегодня, за ними отец приезжает, вот гуляют. Пять человек уезжают. Они никогда не увидят под пасеки такой. Откуда вы? На Барнаульске. Барнаульске. Ну, это не так далеко можно. Ну, приехать. Далеко же, а специально не приедут больше. Прошлый год из Москвы присылали, видео это выслали, присылали просьбу. Мы мед отправляли туда. Ну, это нам тогда отправляли. Сняли. Ага. Омск. Вон, да, вон. Я попросил, да. Это вы? Родителям, да. Ну, родители. Еще с сеном. Так, Тимоша, сеном. Стой спокойно, да, спокойно. Сено, я хорошо. Слушай, что говорят. Ну вот пройдемте сюда. Тут мы мед качаем. Где мед самый качают? Вроде ты должен чувать и летать. Да, да. Если только было в такую камеру, то я бы тебя с пчелкой. Мы воск сдаем, покупаем на этот воск лощину, чтобы это самое. Проходите. Тут тесно. Знаете, это не выглядит. Вот рамочка медопергова. Вот смотрите. Вот перга. Видите, желтая. Вот смотрите. Коричневая? Да, коричневая. Я не вижу из-за фроси ничего. Ну, пройдите. Фроси вот, высокая слишком. Можете на улицу выйти, посмотреть. Нет, все вижу. Вот здесь сейчас вот мед. Чувствую. Вот тут был расплод. Кто такой расплод? Расплод – это молодые пчелки. А-а-а. Чтобы семья развивалась, молодые пчелки. А потом они вот заложили весной вот это пергой. Вон, видите, какая? Так рамочка. Вау. Ну, это пыльца. Вот пыльца. Заложена перга. Может, пыльца, Володя, тебе портится. Сюда подойти? Володя, отсюда. Пыльца она портится, а перга она никогда не портится. Да, потому что они приготовили для себя. Да, если сюда покупаете пыльцу, Тарасика, подвинь, это очень такой. Перга самая а полезная. А вот это что у вас в руках? Да, это ну, просто мы закрываем. Крышечка. Да, крышечка. Самое. Кто не видит? Иди вот сюда. Это отодвинь немножко, да. Тихо. Рамка обрезается. Так, нет. Рамки перед тем, как качать, рамка обрезается. Вот это забрус называется. Это съедобное? Это съедобное. Можете брать и кушать. Вау. Жевать. И, ну, берите, если разрешают. Берите. Только знаете, воск не перерабатывается. Воск можно съесть или не съесть, так вот сюда положить. Пожевать, и как жвачку положить. Потому что но есть, говорит, медоед, которого воск переваривается, как обыкновенный. Но воск вообще не переваривается. Птичка, медопащик. Девочки, ну подходите, берите. Ложки-то еще не взяли. Взяли ложки. У меня вот одна ложка. Берите, берите. Где наши ложки? Проходите, берите. Возьми. В газели где-то наши ложки. Кто там в газели уехал? Это средство называют. Ложки не взял. Это по-научному называется забрус. Поели, берите еще. Тут много всего. А вообще мы называем в простонародье и блины, и срезки. Но они вот... Оттекли немножко уже, а свежие они вообще, да, даже теплые. После этого пристроился хорошо. Жуйте, как. Не стесняйтесь.
Да, ну давайте. Варлам, это еще вести. Руки убери с этим. Сейчас вымажешься весь мыль. А я думаю, что. Мафия, лук не белый, убери со стола. Так, бери вместе, не знаю, что. Назад ты взял? Ты бери и маленько дай другим, другим пройти. Бери прямо несколько штук, бери не одну срезку. Да, поэтому я возьму старый тогда. Какой есть у вас? Ну ладно. 12 литров нам надо. У меня здесь три баночки, ведерко есть. И еще одно. Зарплата. Ну, у меня есть. Но можем одно ведерко свежее наложить. Хорошо. Смотрите сейчас. Покажу. Вот у меня тут нету лампочки. Елки. Да мы еще нынче сезон-то не открыли, но... Нынче почему-то все на месяц запоздало. Из-за погоды. Да, будет, а, у вас там углу. Ну, ну мед, мед в ульях есть в магазинах. Ну вопрос в чем? Вопрос в том, что он еще. Магазин на... это не на дороге магазин, а вторая, да, часть вот, выше. Вторая. Mm-hmm. Так вы так и поясняете, а то мы думали там. Да, они думают, в магазине сейчас деньги дадут. Да, да, да. Магазин называется «Вторая номерная часть». Больше же мне собрать. Да, вот. Медогонка. Можно в него заглянуть? Да, пожалуйста. Гонят. Есть самогонка, есть медогонка. Назови там мед. Так, руки нигде не совать тут. Это машина. Мы не суем, мы только глазами. Смотрите, руки не суете нигде. Никто не сует, только смотрит. Да. Вот это висят все старые рамки для выбраков. Вот старый мед. Что такое выбраковка? Выбраковка, ну это уже рамки использованы, которые для пчел не годятся. Куда вы одеваете? Ну старый воск перетопляю, а вот этот мед можно кушать. Это вот это мед? Это мед, да. Давайте. Ну это прошлогодний мед в рамках. Давайте немножко вырежем. Давайте. Кто пьющий пчеловод? Маленечко, стороночка сейчас, чтобы видно было. В смысле пьющий? Ну есть же... пчеловоду пьющие. Ну. Алкоголь в смысле? Ну да, в смысле. Они что? Делают медовуху. Mm. Продают. Но я не пьющий. А я пью поэтому... медовуху. Я медовуху. Вообще он там у меня стоит медовуха. Ну наливайте. Хоть и не пьющий. Вот, вот это с собой, это не трогайте, ребята. Берите вон те средства. Можете с собой взять. А это с собой дома уже. Я вот это там сам... приедет отец ваш, угостите. Варлам голодный, да? Набрал. Вы не стесняйтесь, берите, кушайте. Да нам сказали не брать же. Вон это, вот эту не брать, а вон ту берите срезки. Да ёлки. Легко переносится. Да. Вы срезки берите, ешьте. Или пчел сами справляются. Мы с хлебом, с кружками, с ложками приехали. Да молодцы, правильно сделали. Вот у нас тесновато. Ну, мы же не рассчитываем. Нормально у вас, нормально. Не рассчитываем на такие. Объясните вот это вверху, вот это что у вас? Это вытяжка. Понимаете, когда распечатываешь это самое. Берите, кушайте, я вам еще найду. Там. Да нет, сказали, ты домой возьми. Нет, нельзя. Хорошо у вас послушали, народ. Mm-hmm. Меня бы внуки так слушались. Слушай, просто отправляйте их в лагерь, как золотые через месяц. Внучке младшей говорил, я говорю, тебя потеряю в гимназию Тихоничу отправить. Она говорит, я его перевоспитаю. Я говорю, навряд ли. Она говорит, он меня сам домой привезет. Все вспоминает, как я, говорит, на качелях качал, на пасеке. Да, меня на качелях качал. Вы с какого года? Я с 51-го. Ух. Вот с батюшкой, с Аким Антиховичем качали. Это на 12 лет моложе меня. Да, да. Ну, вы тогда молодой человек были. Ой, 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 ой. Никого не будет. Нет, нет. Все нормально. Я думал, рамка снимала. Ну, вот этот можно съесть, который упал. Поцеловать ну, только сначала. Не надо. Не надо его есть. Так, я не вижу. А, тут еще есть. Бедная дамка. Кромка порвалась. Да, и это, вам в этой работе тоже меня... достается, да, что-то? Так а, это у меня главный что? Помощник. Видите, ага. Какая она худенькая. Это же не надо... Да я восторгаюсь, можно. Не надо диет никаких соблюдать. Я тоже говорю. Как это делать? Если бы день... Да, без диет похудеешь. Ну, на пчелках только. Меня вопрос интересует один. Скажите, пожалуйста, вот когда пчелу перевозят на другое место, сколько ей надо часов, чтобы она то забыла, а прилипла к этому месту? Ну, чтобы она забыла, надо перевезти как минимум дальше 5 километров, где она была. Вот.
И, ну, где-то в течение суток она, это самое, она полностью забывает все. Да, полностью забывает, где она была. И у нее теперь родина, откуда она вылетает. А если ближе перевезешь пяти, она вернется вся сюда. И второй вопрос. А бывает так, чтобы свои же пчелы в пасеке ошиблись и начали залетать в другой улей? Да, это исключение. Это редко-редко. Это блудяги, конечно. Редко-редко бывает такое. А как они на это реагируют? Они, это самое, дерутся, не пускают. Не пускают? Они дерутся? Не пускают, да. Вы вчера видели, как ласточки летали? Да, они дрались, по-моему. Да. Что случилось? К этой семье, которая поселилась, залетел какой-то мужик. А это сидит... За чергой его. А его кочергой гонял, гонял. Он и всякое крутится. Мы молимся, он крутился, вертелся, пока не вылетел. Ну, видела. Они... Даже ласточки мирные, да, и то территорию свою охраняют. И пчелы также. Рано, них... нечего командовать на чужой территории. У них стоит охрана. Да, так он посмотреть пришел. Это чужой мужик на чужой территории начинает командовать чужой. Да не командовал я не слышал даже. Он просто говорит, посмотрю, почему ты решил, что тебе разрешено с верующими быть. А мы там пыль глотаем у барабаша. Вот это вот. О, смотрите, мед. Видите, круто, зрелый красиво, мед как красиво ложится. Если не зрелый мед, он сделает, так не ложится. У меня мед остался в банке. Сейчас батюшка выявляет, откуда он. Вот как будто намоченный был сахар. Да. В газели у вас ложки, вы взяли их? Надо взять, забрать. Идите, берите. Ну, сходите. Были в белом пакетике, Андрюш. А там сзади в этом самом. Может так засахариться, прямо от, как будто бы сахар налили водой и все. Может, может. Может, да? Угу. Если бы я посмотрел, я бы сказал. Если что? Если бы я посмотрел, я бы сказал. А я берегу эту банку, когда приедете, показать вам. Он, знаете, вот в течение лета, вот сейчас первый мед, видите какой? Потому что какой? Одни цветы цветут. Красивый. Вы имеете в виду цветом какой? Да, цветом, вкусом. Вот вы понюхайте, какой аромат. А второй, третий мед, он может быть сладше. Дайте Оле понюхать. Сладше, но аромата такого нет. Стой. Да вот нюхайте. Да? Вот. Пацаны, все равно так, нет. Да. А можно вопрос? Да. Вот на этот столик. Это мы за медом плаваете. Вы средки эти жуйте, берите больше. Можно задать вопрос? Возле дома 4 липы, 3 поставлены. Дядь Гена, у нас вопрос. У нас вопрос. Смотрите, говорят, есть липовый мед, гречишный и так далее, и тому подобное. На самом деле пчелы могут приносить, вот только вот если они берут липу, только липовый мед будет? Или все-таки это смешанное происходит? Это будет смешанное. Все-таки это маркетинг. Скажите, да, конечно, у кого липовый мед бывает? У себя липовый мед бывает. Потому что они никогда пчелы не занимают. То есть всегда мед смешанный, правильно я понимаю? Ну, не всегда. Ну, смотри, больше приоритета дается тому, с чего больше берут. Да. Вы это как вы выясняете? Это по запаху? По цвету? Да. По цвету? Как вы? Вы же не знаете, где они. Мы слишком не выясняем. Для нас это не так важно. Не принципиально, да? Понимаете? Если мед настоящий, он весь хороший. По-своему полезный. Если бы я вот привез к полю гречки, тогда бы я бы утверждал, что он с гречкой. А так они у меня дома стоят, там гречка, там подсолнух. Но ведь все травы цветут в разное время, правильно? Вот. И поэтому какие травы преимущественно цветут в это время? Поэтому говорят там липовые, разнотравие. Доставай. Гречка. А мы вот травы вам поставили. Так, на эту сторону. Есть, сейчас вот смотри. Целлофановый мешочек. Вот это сложите. Надо благословиться. А здесь нет. Я сейчас принесу. Пусть солнышко выйдет. Я покупаю и сами делаем. Я вам расскажу случай маленький. У меня знакомая помогает, предприниматель. Я заказал сахар, нету. Они привозят под пломбами по 48 литров 4 фляги. И он оказался мед темный. И мои стали говорить люди, дескать, вас обманули, патоку дали. И когда вы приехали, вы меня от позора спасли. Вы попробовали, зашли, говорите, это гречишный мед. Да. Он немножко недозрелый был, да? Поэтому он жидкий постоянно. Видишь как? А люди-то видят коричневый, да жидкий, да это патока. Вот это похоже, нынче, да. Нет, то был не патока, был мед, но он, пожалуйста. Знаете, ложка. Это моя ложка? Да, вот, мед, хлебоворачивай. Подходи.
Вот ваш мед. Берите хлебушек, съедите, все нальем. А расскажите, как ложка? Вот, бери, вот они, ложки наши. Ложки все с собой, да, домой надо забрать. Жаль, у вас нету целлофана в пакет? Она Галя, Галя, запомнишь ее? Галя, да. Как ваша? Ну, я уже понял. Пакета. Она у вас постоянно? Да она выезжает с ребятишками. А, вон одна дочка ее стоит. Вот, вот вторая. Ну, вот сейчас ее стоит. Еще одна, вот она, вот она. Короче, пол лагеря моей. Они с этих цветов начинают брать. Так не делайте. Вот и Галина, вот эта старшая дочка. Сейчас еду домой, что устраивается, кончила. Учиться там где? Пакет. Нет. Андрюша, ты пакете ложки принес? Ну, вон кружки там еще, да, в пакете. Пчелу никак, не обманешь. Вот говорят, сахар там. Хлеба там не было. Если есть в природе взяток, пчела никогда не будет брать сахар. Поверни ложку, пока нет. И она не будет падать. А вот когда нету в природе взяток, Андрюша, возьми ложку. Ну, я никогда пчел не подкармливаю сахаром, потому что я оставляю запасы меда. Вот смотрите, вот у меня тут вари. Хлеб берите. Друзья, на. Хлеб, ложку возьми. Мою натолкали. Я оставляю запасы меда. Ну, вот ложки наши. Хлеб хотите, дети? А есть ложки? Да, берите вот. Виталий, держи. А подайте сюда. Вот, хлебай. Вот. Ложкой берешь. Ложкой. Она для... Ну, я для всех держу, Виталик. Тебе отдам. Нет. Вот, смотрите, вот я оставляю пчелам мед. И что, зачем? И подставляю весной им. Потому что взятка нету, а им надо расти. Взятки нету. Ну взятка, вот меда нету в природе. Взятки. Пчел тоже взятки. Куда руда взятка? Я понял, двигай. И вот я им в улей ставлю. Они этот мед берут и кормят деток своих маленьких. Так, хлебушка, берите, кому хлеба. А если у них меда не будет, значит они не вырастут расплод следующего поколения. Так, кому хлеба? Погибнет. А вы сейчас давай. Давай, Лев, прости. Так, кому хлебушка дать? Дядь Гена, а сколько пчела живет? Пчела рабочая живет 35 дней. О, так мало. А зиму вот, которая... Я думала 35 дней. Нет, 35 дней. Вот которая работает, мед носит, она и зарабатывается быстро. А там кто остается, то только труд, недоматка и все больше остальных. Ну, молодые, это выходит. Ну. Не, в смысле, что есть рабочая, есть труд, нематки и все, да? Или кто-то еще? Молодая пчела есть. А молодые пчелы трудные надо уничтожить как элемент. А вот мне говорили, что бы ты делала без него. Архиепископ, это соответствует действительности или нет? Без того труднее. Он говорит, в Америке пчел обкуривают, всех умерщвляют. А по весной, говорит, сколько тебе надо, сколько дадут. У нас даже в России есть это. Сейчас есть такие пчеловоды, которые мед собирают, весь выкачивают, и пчелы сами погибают, потому что они без меда погибают. Ведь в каждом улье мы оставляем минимум 25 килограмм пчелосемьи на зиму. Ого. Да, 25 это минимум. Чтобы она прожила, детей, они же начинают в конце февраля уже нести яйца матка, и начинается быть расплод, это детка. Вот, поэтому... У них должен быть мед. Если меда нет, она погибает. Поэтому вот сейчас такие пчеловоды, они весь мед выкачивают, продают, выгодно. А потом весной покупают пчел. Вот он, допустим, за 3000 семью купил. Лето мед взял, допустим, флягу накачал из нее, допустим, 50 килограмм. Вот посчитайте, он 3000, а за флягу меда он выручил, допустим, 15 тысяч. Есть выгода? Есть. А нам приходится 25 килограмм оставлять, 30 в семье. Сейчас по... А семья это один улей? Зимой, чтобы они и не вылежали, да. И не замерзли. Получается выгоднее. Я ставлю вот там родительский дом, вот забитые окошки, вот вы проходили вот мимо. Угу. Вот. В этом доме ставлю их, и они самой семье поддерживают постоянную температуру 37 градусов. Не надо ложить в рот, толкай, и все. Главное, что ветра не будет. Да, ветра. И поэтому я где-то после Нового года приходится открывать двери, потому что у них там скапливается жара. Они жару не переносят зимой, начинают волноваться, а зимой они в туалет не ходят. Поэтому, если они начинают беспокоиться, они начинают поносить.
там. Ну это так, это природа так. И поэтому, чтобы они спокойно было, лучше прохладно так, ноль, ну больше плюс 4 им нельзя. Они вот подберите. А под снегом, говорят, вот как-то сейчас делают. Под снегом держат. Ну, а под снегом же тепло, вы же знаете. Ну, нулевая там температура, как там же вот даже земля травка. Будешь ловить? Я его подкармливаю. Меня уже ловит, подкармливаю. Есть календарь тогда примерно? Нет. Так, слушай, я подкармливаю, ты не поняла? Давай, весна теплая. Тихо, баба. Бывает весна теплая, значит, раньше выносит. Чем не раньше вынесем, тем придется лучше. Тогда не была подкушать. Дебушка. Зайди сюда, хорошо видно, да, еще один раз. Ну, вы по очереди, давайте, вот следующую берите, я еще налью. А вы еще когда не пробовали, то что ставить банку и в нее... Не так, туда обирать. Нет, так не будет. Побрось на стол. Они вот натягивают на рамку, вот, делают машинку сюда. Они натягивают. Они восковую основу делали? Да, восковую. Ты видишь, как водички вам принесла. Сейчас кружечки дают. А воск из чего? Воск из чего? Знаете? Из воска. Вот скоро будут восковые железы пчелы. Давай. Налейте нам, пожалуйста. Дети, у нас всего 3 кружечки, поэтому... Все пьем из 3 кружечек. Можно вопрос задать? Можно. А как определить качество меда? Что-то вот именно мед, а не сахар? Способов разных много. Самый легкий и простой. Давай, я пришла на рынок, и мне нужно поверить, что это мед. А вот возьмите. Наша, так, наша мама шла по базару и заметила, там торгует один и говорит, у него мед нехороший. Можешь попробовать? Дала. Она говорит, ты еще обманываешь, вот. Где это? У тебя сахар переработан. Что ты, баба, врешь тут? Она говорит, ты сам покушай. Вот, вот посмотрите, первый признак качественного меда. Вот смотрите, как он ложится. Ага. Вот смотри, ленточки. Угу. Вот ни одна жидкость так не ложится. Вот так вот поднимите прям. Вот видите как? Угу. Видишь как? Вот я плохо вижу, но вот смотрите, видите? Мы видим, видим. Видите? Угу. Вот это первый признак зрелого. Угу. Что значит зрелый? Зрелый. Так, дайте еще. Ну, вот, все, пчелы же... Сейчас да, наложим на еще. Пчелы же приносят нектар, не мед. Угу. Они приносят нектар, сладкую водичку. Потом они там сушат его, перемещают, вот как зерно на элеваторе. Из бочки в бочку перекачивают, и это так же. Куда? Ну, ты не видишь, что ли, полно? Не ну, так, а что там? Оно маленькое не полно, хорошо. Они вентилируют, да. И вот когда мед сохнет, сушат они. На. Вот держи, угощай. Держи крепче. Угощай. И вот это самое. На пасеке такой запах нектар. Это вода? Это вода. Поставь. Да вот это тут мешается. Я подержу тогда. Володя, ты направляй это куда еще? А вот если мед не зрел, он тоже так ленточкой не будет ложиться. И когда... Вы слушайте, когда мед созреет, пчелы его начинают печатать. Пока не запечатают, его качать нельзя, потому что он не зрелый. Хотя бы третья часть рамки должна быть запечатана. Вот, смотрите, запечатана мед. Посмотрите. Так, локти убери. Ну, это старая рамка, но вот запечатана. Ты же видишь, что это мед. Вот, видите? Уедем, да. Это запечатано. Вот если третья часть рамки запечатана, значит, его можно качать. Если не запечатано, значит, мед не зрелый. А, не зрелый, да. И он закиснет. Если вы сразу съедите его, то он ничего. А если он будет постоит там месяца 3-4, он закиснет, он разделится фракциями. Во. Там одна будет жиже, другая гуще, да. И так она будет стоять. Он начнет пениться, да? Потом начнет пениться. Это не вызревший. Это не зрелый мед. Поэтому я рано не качаю. У меня сейчас мед, он есть, но он еще не... Ну, как сказать, не запечатанный. Поэтому вот где запечатанный, я взял, вот покачал немного. И поэтому нельзя там наобум пошел качать. Это знаете, это все неправильно. А вот если человек с похмелья или курит, пчелы как?
А, я видел, один товарищ рой собирает и курит, и похмелье такое косматое, не трогает. На разъезде. Не потеряю, по-степски разъезд. Но это рой. Когда роится семья, они так возбуждены, что они, как бы сказать, ну не обращают внимания, они не жалятся, они своим заняты. А вот если так... Они... А вы знаете, эту рой, когда вылетает, мы еще делали. Мама говорит, брызгать надо, чтобы дождь идет. И ведра колотили, чтобы гром создать. Да, говорят так. И они в это время вешают. Но они не вешаются на что-то. А потом мы лезли туда и в районе... У меня в ямке висят два роя. Сейчас собрал, посадить еще некогда. Могу показать, что такое рой. Да, конечно. Евген, а вот то, что это мед бывает, некоторые быстро застывает, а некоторые нет. А ну, это зависит от цветов. Не ждали комиссию такую? Нет, почему? Вот, осенний мед, вот последний там качаешь, он очень быстро. Ну потому что и погода сама холоднее стоит, и ночами. Он очень быстро схватывается? Да, он очень быстро схватывается. В народе называется сахарица. А так называется это, как он ее называет? Выше было. Про что? Да мед, когда сахарица. В народе он называется сахарица. Падается, нет? А? А сахарица. Ну. Не знаю, я знаю, падали собирает, когда. Это да. Падали. А если мед, взять рамку с пчелами, перенести в другую школу, они вылетят или останутся? Они передерутся там, во-первых. А потом, да, какие живые останутся, они улетят туда, где их взяли. Поэтому, если надо рамку переместить в другую семью, бывает, ее надо очень хорошо обмести, всех пчел удалить. Да, и тогда рамку можно переставить. Бейте ложкой, бейте. А если будешь делать как попало, они будут злиться, жалиться, и тут и соседям достанется. Сколько самое большое вас в день жалило? Бывает до десятка жалит. Это каждый раз или иногда бывает нормально? Нет, бывает в день. А у вас уже иммунитет или? Да, у меня уже не опухает ничего. Но бывает, тот ужалит, куда-то попадет, то ли в нерв. Больно, очень больно. А бывает ничего. Они являются ли один укус сигналом для других, чтобы жалили? Да, у них мед, яд. Яд, запах. У меня книжка про пчел, она насчиталась сейчас, а мед это не видно. Ну вы что не кушаете, да мед? Подходите. Вот эту вот берите, очень, очень хорошая. Это вам нигде не продадут такую. Срезки. Вот это вот забрус очень полезный для того, чтобы вот кто ангиной болеет. Пупкову надо. Очень полезно. У меня некоторые покупали, прям это самое, и жуют. Как только чувствуют что-то, начинают жевать. Да вот Галя, у меня жена тоже частенько этим пользуется. А вот внуки у меня есть. Горло болит, но никогда не заставишь. Вот есть же такие упрямые народы. Да, ну, может, объелись или не верят. Сейчас же у нас лучше антибиотики какие-то, заживалось. Мы же, нам же проще таблетку сглотить, чем это самое. Внуки эти таблетки, ментос или холс, кушают. Ложка меда на ночь с теплой водой, лучше лекарство. А что не кушаете? Мы наелись. Дешево столько взять, ничего себе на ночь. Чего-чего? Доставайте, берите вон. Проходите, ешьте. Проходи, рядом. Берите. Да я наелась. А мед же может не пользоваться, если сотен дожилет. А почему тогда людей есть разница, прошлогодний или это мед? Или этого года? Никакой разницы нет. Никакой разницы нет. Ну просто людям хочется свежего покушать. Он же другой. Прошлогодний, вы видите. Он же густой, а это пожиже. Это приятный. Сколько лет примерно известно максимально, что он стоит и качество его в нем? Ну я не знаю, я слышал 10 лет, это зависит от в какой посуде. И больше, он может и больше хранить. А в какой посуде нужно хранить мед? Я слышала, в глиняной надо. Ну, в глиняной возможно, в деревянной лучше, потом в стеклянной лучше. Деревянный сначала, когда вы соберете, а потом переливать уже в кедровые бочки. Когда раскулачивают начали, нас дед где-то залил бочонок, мы не можем идти. Помогите нам, дядя. Найти бочонок. Это надо пчел пустить.
И они найдут? Просто они найдут. Не найдут? Мама сказала, когда стали раскулачивать, ну, спрятали же все. Голыдьба-то подперла как. Я читал, что вот это самое... Один предводитель, не помню как его, значит, где-то во время войны погиб. И вот, чтобы его сохранить, а раньше уже на конях только передвигались, его, короче, залили медом, сделали плотный гроб, и залили медом, и привезли, и он нисколько не испортился. Вы знаете, о ком речь идет? А очень известный человек и воинственный. Мы из Индии в Грецию, Александр Македонский. Македонский. Но я вот хотел сказать, но я не точно помню. Так эти фараонов также это мумифицировали. Так он же вроде не в меду. В мед. Ну, может быть, не всех, но я вот, вот это я читал, да. И вот мед очень хороший консервант. Доставайте вот эти вот ешь, я прошу. Дорогой будете потом говорить. Почему? Ты наелся? Вы не стесняйтесь, жуйте. Знаете, вот прям. Да, жадно. Какой мед самый полезный? Наелся мед? Я вижу, Захар. Самый полезный. Настоящий. Да, настоящий мед, который зрелый. Давай-ка мы. Вот говорят, гречневый мед нехороший. Я посмотрел, значит, в гречневом меде очень много железа, очень много витаминов. И не говорит ни о чем, что светлый мед лучше, чем темный мед. Говорят, наоборот, в темном меде очень больше микроэлементов полезно. А вас не просят местные фермеры опылять их поля? Ведь известно, что пчелы делают не только мед, но и урожай. А вы знаете, сейчас местные фермеры сеют только пшеницу. Вот это возьмите. Поэтому нечего пшеницу пылять. А черпните, крайк еще. Мы сами от этого страдаем. Раньше, когда были колхозы, сеяли травы. Вот. Мед, пчелы собирали лед. А сейчас фермеры что-то, пшеницу сеют больно. Дядя Ген, а то, вы знаете, то, что они опыляют, это же это, пчелы могут умирать. То есть должны там пчел закрывать, когда они опыляют эти. Когда поля опыляют, конечно. А пустырь не ценится? Ну да. Пустырь. Написано в Америке, в Японии специально, у нас пустырников, специальные площади засевают, медоносные. А Павел наш репей любил. Да, репей, с репья очень много берут пчелы и хороший мед. Ну, понял, наш а что, вот мед с пустырника, он таким успокаивающим действием обладает, нет? Ну, наверное, очевидно. С каждой травки, что пчела берет, почему и мед очень полезный. А укус пчелы, он же полезный, да? Ну, да. Там же в разумных количествах, наверное. Да. И говорят, меня вот спина нынче весной прихватила, на сквозняке поработал. Это самое, мне сын приехал, он знает места. Вот, 4 пчелы поставил. Вокруг этого больного места. И я на утро встал и ходить стал. Так Брежнев не мог говорить. Ему, говорит, этим пчелами подняли. Да, пчелами лечили. У него ранение было. Вкалывание такое, да, типа, да, вкалывание. Пчелотерапия. Проходите и ешьте вперед. Потому что уже наелись. Поэтому говорят, что пчеловоды долго живут, да? Вот это через край течет. И ложки 2-3 хлебните. Поэтому я и хочу вот пчелу. Пчеловоду хочешь? Ну, похвально. А где будешь? Понял, у тебя опустила. Я наелась. Она умная. Марина, выручай через край еще. Да. Ложки две. С меня уже тоже через край. Вы тоже бороться. Вот это дело, да? Бесплатно предлагать никто не хочет. Вы завтра мне предложите. Я сюда выйду. Мишенька тоже. Где здесь был? Так, где наши лица? Вот у Андрея, у Андрея. Мешок. А, мешочек. А на сколько километров могут пчелы отлетать? Собирай ложки все. На 5 километров. Но дело в том, что чем не дальше летит, тем она меньше меда приносит в улей. Это моя ложка. А вы когда жарко пчелам как, поставляете сосуды с водой или они сами набирают? У меня стоит поилка специально. И течет. Кусочки хлеба уберите и съешьте. Водичка кап, 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 они прилетают. Пыхтит хлеб, больше не может. Не может речка. Можно воды? Ну, речка, у меня тоже рядом. Принимай. Они там долго погибают. Дедушке, расскажешь, как это устроено? Сюда, слушай, еще надо готовить заранее. То есть должен быть запасной? Да, да. На вот место. Обязательно. А вы хотите, чтобы мне шарлы жарко? Пожалуйста. Одна семья готовится к рою, другая надо овощи подставить, третья надо проверить. Маточники убрать. Очень много работы. Это, знаете, вот сначала, допустим, выставил, там пересадил. Ну, это вроде как вот
посеял, то есть вспахал и посеял. Это такой комплексная работа. А потом пойдет там уже индивидуально с каждой семьей, с каждой семьей. Да, даже 80. Да. С каждой семьей. Та отроилась, надо подготовить, надо посадить, надо приготовить рамки, надо навощить. Это вот сейчас вот у меня не хватает рамок, сидит дворовая. Вот, смотрите. Вот, ждут своей очереди. Но их и надо немножко подержать, чтобы они не возвращались назад. А сколько вы рамок в день примерно делаете? Нет, ну я стараюсь их зимой сделать, чтобы они готовы были. Да, приготовят рамок. А летом некогда делать, зимой надо. Но когда не хватает, приходится срочно и доделать. Ночами не спать, да? Потому что не рассчитано. Да, я и вечером делаю, и у меня и в квартире рамки я могу делать. Это самое, ну как иначе. И очень много работы. Очень много. И вот чем не жарче погода, тем там у пчел с лица течет, сетки. Да еще сейчас очки приходится там использовать, уже плохо вижу. А там же очень зрение хорошее надо. Надо смотреть, вот понимаете, нынче какая-то проблема, я не знаю, но такой не было. Я удивлялся пчеловоду вот в интернете, говорят, очень много трутовок. Это почему трутовки? Это как мисочки трутки, да? Нет. Это матка, вот отроилась семья. Старая матка улетает с пчелами. В гуле остается молодая матка. Она выходит из маточника, значит. Может сегодня выйти, может завтра, может быть неделю не выходить там. Как погода ждать. Да, погода ждать. А потом она должна через неделю облететься. То есть... скреститься с трутнями на большой высоте. А вдруг дождь, ветер или еще что-то. И матка не облетится. Нету благоприятной погоды. Она прилетает в улей или вообще не вылетала. И через неделю она начинает откладывать только трутней, то есть неплодотворенные яйца. И получается трутни. Вот я вам сейчас покажу. Один жених не получился, теперь да, на конвейер. Да, жених не получился, и все, и семья погибает постепенно. Mm-hmm. Что у меня сегодня тут? Вчера у меня тут из меня... Извините. Вас уже не путали? Представь, сколько приспособлений. Да. Маленько в сторонку, чтобы снять можно было. Я сейчас вытащу, рамку у меня тут есть. Аккуратно, что ли. Вот, видите, это свежая рамка, нынешняя. Ну, пчелы не достроили немного. Так, а что же они мне навытаскивали? Вот это ведь плохо отстроена пчела рамка. Что это они так? А вот... Забраковали. Вот забраковали, вот. Нет, это не забраковано у них. Вот он, я. Так. Кто бы мне помог? Не обижайся, когда тебе так будет. Помочь надо, мужчины, кто там? Давайте поможем. Ну, иди, давай, жених. Ну-ка. Все, выпили, нет? Вот, будешь? Алексей, вот это? Вот это, рамку возьми. Вот, вот. Вот, вытащи. О, какие шипы. Это обличенные уже. Вот, смотрите. Вот это вот, смотрите. Вот получилась трутовка. Вот видите? Можно потрогать? А, можно, можно. Вот это вот, видите, она только трутнее несет. Осторожно, может ужалить. Если нет. И вот она испортила рамку, свежая рамка испортила. Вот сейчас, видите? Слушай, так может одни и трутни. Есть можно, нет можно? Можно. Да. Любят очень кошка. Я вот выбрасываю, у меня кошка съедает. Курицы очень любят. У них очень много белка. А трутни такие большие, да? Но это они еще не зрели. Типа личинки есть? Это личинки, да. Они не работают, они только мед едят. А вот это что? А это вот запечатанный мед. Вот чтобы откачать его, мы вот так вот скрываем. Да, ну надо горячий нож. О, круто. Ну вот вы сейчас кушали вот это. Запечатки. Нам тут неохота, нам это надо. И вот это запечатка. И вот если запечатано вот так примерно 30% рамки, значит можно качать, значит он зрелый. И вот это трутни.
Так. Вот сколько их. Да. Это вся еще администрация их президента. Да, 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 да. И не только президента, и наша вся администрация. И районная, и городская. Фу, Тимоша не трогай. Хотела попробовать. Это личинки? Это депутаты местные. Они несъедобные, Тимоша. Сразу бы так и сказал, хоть понятно. Съедобные. Я хотел еще маточник показать, но тут нет. Нет маточников. А это ты ел личинки. Что, прям есть можно? Вот эта семья все рамки испортила. И вот мы сейчас это самое, вот рамку жалко, выколупываю. Дай-ка я сюда пройду. На тот угол пустите меня. На тот угол пустите меня. Да, сестра, дай-ка я один раз. Тебе теплее там, где я, да? Давай. Да, вот это. Смотришь, вот прям смотришь. Я уже вылечил. Лечи. И вышел. Говорят, глядя на зиму, пчелы трутни выбрасывают. А зачем он нужен? Да, они выгоняют осенью. В сентябре прям их выталкивают, выгоняют из угля. Выбрасывают. А я ел личинок. Сейчас ел личинку? Ты съел сейчас личинку? Так, ну, нет. Ты хочешь съесть личинку? Сказали полезно. Ты покажешь нам? Сказали, можно есть. Хочешь? Хочешь? Так, смотрим. Не надо. Так. Ну, я еще раз полицию быстрее. Жую. Так, ну как? Есть у вас? Тимоша, она такая. Володя, так, скажите, банка стеклянная, на зиму оставленная. Она только там начала. Вы видели, Тимоша личинок трудно ест. Вау. Нет, не надо. Ты тоже будешь? Я не знаю, то ли заделал. Тим, вкусно? Тимоша, ну как? Вы не будите, слушайте, что говорят. У меня было, да. У меня две банки разобрал мед и поставил стеклянные. И вот так как обрезал на такой высоте, а потом вот так вот разорвало. И что, дядя, это так бывает? Под кроватью стояли, я уехал. Ну, каждый и вода, и мед. Свои свойства расширяются, сужаются. Поэтому все возможно. А вот эти все, которые целлулоиды, все так и стоит. Ну, там есть куда расширять. Да. А стекло же оно уже не может. В Америке, говорят, пасеки, примерно по 2000 пулей. И очень дешево. Со мной один переписывается, и пули рисует. Ну, я, говорю, только начал сейчас около 200. Дешево чего? Мед? Мед? Да. Мед, говорит, дешевый. Искусственный. Ну, вот посмотрите, вот я веду записи. Сколько кому меду продал, кому именно. Вот это для интереса. Так что у меня все на карандаше. И вот в течение 8 лет мед не меняется. Ну вот тут чуть-чуть подрос. Как была 1000, но нынче везде в округе 1200. Банка меда трехлитровая. Кто хотел брать мед? Свежий. Так вот будет. Надо же время. Вот просят прошлогоднего меда и хотя бы баночку нынешнюю. Так? Да, я именно понял. Так, да. Так, мы привезли ведро, ведро это с хлебиной, это с пергой. Рамочку изрезать можете? Так, или из разных там. Ведро привезли. Они уезжают, даже не кушали, не знают, что такое. Вот мы попрошайки. Знаете, мне не жалко хлебина, мне жалко рамку. Так мы ее брать не будем. Каждому, а что? Вы разрежете нам, дадите. А расщину-то? А вы думаете, что это вот, обводку, вот это? Это не жалко. Улья. Мы ее не возьмем. Так, ну ладно, это... А что мне? А, и вот один пчеловод говорит, вот в течение 8 лет не меняется мед, цена на мед. Как была 1000 банка 3-литровая, так и есть. Если 8 лет, допустим, я мог заправиться, машину заправить на 1000 рублей полный бак. У меня в баке 50, ну почти 60 литров. Сейчас я полбака на эту 1000 не могу заправить. Ну, да. Ну Игорь Ячмень сейчас продает 4,40 килограмм. Это что? Это вообще дешевка. 4,40, так что не 4,40, то что ты купишь? А его распаши. Да. Техника. А солярка все дороже, дороже каждым днем. То есть уничтожение труженика сельского хозяйства идет. Так понимаете, уничтожение,
И посмотришь, и люди-то купить не могут, потому что у людей это ни зарплата, ни пенсия сильно не растет. Вот в чем дело. И нас гонят прям вот куда-то в кабалу какую-то, я не понимаю. Меня один раз Господь благословил у него взять для бабок 35 банок, а я по пятерке, по 5 тысяч, да еще то ли сами печатаете, говорю. Новые. Помните? Да, я помню. Это я для бабок подарок, всех бабок одарил. А у Господь вас дал мне денег больше прислали. Больших семей или маленьких? Больше больших. Очень больших. 10 тысяч. А нет ли такой статистики? Нормально живет. Пчелок в этом. Пчеловод. Ну, а другой 60 тысяч. Другой с медом дела не имеет. Что у них срок жизни такой? Дольше. Ну вот двухэтажный. Ну, срок жизни. Там пчеловода дольше. Дольше нет, чем обыкновенные соседи. Я не знаю, я бы не сказал. Вы же мою маму знаете, да. Хорошо знаете. Она заболела раком. Пошла на пенсию, заболела раком. Вообще удивительно. По-женски. Не пила ни сроду, не курила. Ей сколько было? Ей было, ну, на пенсии 55 лет. Вот. Ну, это я самый близкий пример, поэтому говорю. Ну. Сколько? Заболела. И когда я повез в Барнаул в онкологический центр, там рано приезжаешь, регистрируется в регистрацию. Один дедок, профессию, пчеловод. Немного прошло людей, женщина, пчеловод и моя мать пчеловод. А можно хлеб? И я сделал вывод, какой? Ведь у нас в Казахстане взрывали атомные бомбы, вы знаете, оружие. А пчеловод ведь чем не жарче, тем он там на пасеке работает. А когда жарко, излучение вот это все. И я заключил в том, что, может быть, раньше было, когда не было вот этого атомного оружия. А у вас сохранилась сейчас фотография вашего отца? Есть. А вы не можете нам показать ее? Я про него рассказывал дорогой. Ну, можем, наверное, найдешь. Галина, если можете, покажите. Там где-то он есть у комбайна, большая, он был механизатором. И вот тоже аппендицит делали, в 54 года завалили мужика. Был крепкий. Аппендицит? Да, аппендицит. Вообще, завалили, именно завалили. Вот. Он был крепкий, мы вот пойдем с ним косить. Он был поменьше у меня роста, но был коренастый такой. И я куда попал, он косит, ручной винтовкой, раньше косили. У меня и мать косила здорово. Вот почему-то раньше было, женщины косили на уровне с детьми, с мужчинами, да. И нисколько не отставали. Увидели, два ведра несет у меня земли, ей рожать еще столько. А наша мама говорит, на погрузке работала, кули таскала. Да. Это невероятно. Куль... Не рожали, не скидывали. Кулят они не 70 килограмм. Да. А что это, сколько? Мама наша, сколько сажу, еще 10 килограмм. Ну, это 70 килограмм. 70 килограмм? Да. Наша мама, она по трапам на корабль носила. Русские основы не покупайте, да? 10-12 ребятишек родила. Они очень дорогие. И вот чем не дальше, тем восковная основа все хуже и хуже. Туда парафин добавляют, рамки вот начинаешь качать, они ломаются. Вот вы, я вам рамку вытаскивал, говорит, что они так плохо отработают. Вот они плохо отрабатывают эту, потому что, почему? Потому что там мало воска. Разные парафин туда натолкает этот производитель. Вот раньше было, ты не купишь за простые деньги ващину, пока не сдашь воск. А сейчас можно купить, значит, они производят его просто так из чего-то. Конечно. Из химии. И ващинка это вот тонкая, вот прям, не знаю. Я же с 5 лет на пасеке, поэтому все это прекрасно, есть чем сравнить. Да. Я вот раньше маме помогал качать. Крутишь медовонку, сколько есть силы. Вручную все. Ну, вручную крутили. Да я только прошлый год электромоторчик высадил. А сейчас вот и бережно качаешь, и раз, и ломается рамка. Вот новые рамки. До того жалко. Это же золотой фонд для пчеловода, рамка. Это надо строить. Приклеивать к этой. И она прям по проволоке. По проволоке отпадает и все. Как кто ее режет? Ну, то есть, лишь бы продать. А что у него ничего нет, и он его не благословляет, он не понимает этого. И а вот сейчас все построено, лишь бы деньги выжать, и все. Но они там, на пользу не пойдут на обман. А там голова не болит у него. Что там у тебя будет?
будут ли пчелы отрабатывать. Это один украинский пчеловод взял лощины, смял и растопил килограмм. Слушай. И там воска-то нету, какая-то плавает масса, непонятно. А если не покупать, откуда пчелы берут? Не покупать, значит, надо самому делать. Это значит, надо приспособление, вальцы хотя бы. Они очень дорогие. Кто такие вальцы? Ну, это вот лощину накатывают, делают такие, там же специальные ячеечки. Да. Они рассчитаны по размеру, все. Угу. И вот я бы купил даже, но это же, опять же, надо помещение, летом некогда делать, надо зимой только делать. И они очень дорогие. Простые два вальца стоят 35 тысяч. Вот. И то это на Украине, у нас, я не знаю, делают или нет. Да, у нас с Украины приехало. Да? Ну, я знаю, что вот... Это, на Украине делают, вот в Беларуси, на Украине. А у нас почему-то в России как-то вот, знаете, все в последнюю очередь, я не знаю. Вот пчеловодство, там очень развито. Я не знаю, приходилось мне читать профессор Насаль с сыном. Они 30 лет посвятили меду и пишут, пчеловодство, мед, именно профессор этот. И вообще, кажется, одна или две болезни в человеке, которые ну, не принимают. Я не знаю, что-то там связано с то ли с печенью или с чем-то таким. Все остальное лечит мед. В свое время как принимать. А, мед очень хорошо лечит. Я вот, вот так. 30 лет изучал, это не 2 дня. Желудок у меня болел, прям утром встанешь, раз ложечку. Неделю-две поел, и все. Это вы натощак так делаете? Натощак, утром встанешь, ложечку. Ложку столовую? Ну да. Мы были в Грузии, я говорю, мы с Алтая, о, он сам пчеловод, говорит, ваш мед алтайский ценится. Алтайский мед ценится. У меня и в Германии вот на экспертизу это самое... брали там, делали, думали, что может быть у нас вот именно радиация. Радиация. Но не показала, очень, не подтвердилась, очень хорошая. Хорошо. У меня там много, в Галле, да и родственники есть, меня там понесли специально, проверили. И в Барнауле 27 проверяли. Лет нет взрывов-то. Не, ну она радиация-то, радиация, она здесь не была, не она останется. Ну, может быть, не так как-то у нас попало, может быть. Может прошло уже, выветрилось. Ну, это я говорю, вот лет 5 она нам сделала. Ну что, покажите нам районе. Да, сейчас я вам меду туда долью уж полную чашку. Владимир стоит. Да вот я знаю, я не знаю, как наложить-то, вы же не будете ждать. Будем ждать, а как? Мы приехали для этого, чтобы пожрать. Нет, мы на отдельной машине. Не, ну, с Алешей мы уедем. Мы на двух машинах приехали. А, на двух. Ну, это значит наложим. А, вы нам ходите да? Да вам дали, чего ж тут. Спасибо. Половинец. Ну, круто. Глянь, как красиво. Вот, видите, как да, он да, ложится. Да. Ну, горячий он не так немножко ложится, но все равно. Красиво прям. Ложится как шоколад. Зеркало. Помочь ложечкой? Да, или... да, да. Да? Нет, шоколад не совсем так. Жидкий. Не такой тягучий. Ну, этот уже остыл. Вчера немножко качали тут у меня. Это как, там дырочка, и она стекает? Или? Да, там решетка. А, и это все то, что отсюда, она стекает? Стекло. Ну, это вот... Это самое. Дайте это там простое вот приспособление бонусное. Там сетка с дисками. Ну это вот именно тут. А основной мед качаешь вот там. Это чтобы вот эти слизи стекали. Жидко. Мы же потом их моем. Покажи. Сливочка, дай пакетик. Подожди, Вова пройдет. Сейчас ты воды. Это вот все Гена. Маленький, взросленький. Кто маленький? Гена, Гена. А можно показать это на камеру? Посмотреть? Да. Оля. А вот он. Оля, я не вижу. Геннадий Иванович, можно? А вот это баба Ксения. Так, а у бабы Ксении как звать мать была? Наталья. Наталья. Вот, вот это вот бабушка Марья, это дед Лазарь. Вот в это папки родители. Так, а где-то баба Наталья. А кто тут описал? Это я писала. Это я юбилей нашей 60-летия Гена писала. 60-летие чего, скажите? Гена, 60-летие. А вы на пороге, или нам дайте пройти, мы туда с вами тоже посмотрим. Ну, не, они все тут на пороге стоят. А вот это-то возьмите. Вот это же дядь Гена. Да, вот бабушка Наталья. А вот дед Михаил, это вот Генины
мамы родители. А это кто красавица? А это сестра Лида. А это братья два. Ну, это надписи делала такие. Большим планом. Это да, я писала, это, ну, короче. Вот тракторист, знаешь, комбайн. Юбилей. Я фотографии собрала, все старенькие. Самые, а вот этот солдатик, это самый, кто? Это друг. Друг. Это вот все одноклассники. Вот это друг Яшка Микушин. Он всегда... Это... Живые еще? Нет, его нету. А это в армии вот он. А это вот я. А это вот свадьба наша. Ваша свадьба? Подождите свадьбу, Игнатьевич. Подождите свадьбу. Ой, красотуля. Гена молодец, подвел Галю под венец. Это хорошо сказала. А какая Оля симпатичная. Знать Бога, трудиться для Бога, это все будет на пользу. А вот это наша семья вся. Это вы, да, тетя Галя? Да, вот это я, это Гена, это дочка старшая, вот это младшая Наташа. А сколько у вас деток? Трое, а это сынок Вова. Вот они сидят. А вот это. Я говорю, я самые такие это давнишние фотографии собрала сюда и все это. Подождите, грамотно, смотри. За техничную и корректную что такое гиру? Игру. А, игру. Гиру написано. А, нет, игру. В волейбольном турнире на приз Советской армии и ВМФ. Военно-морского флота. Что такое ВМФ? Военно-морской флот. Какой денег? Вот и на руках. Это дядь Гена? Угу. Вау. Фотография такая была. Жига копейка. А это вот дочь. Зятем. Это вторая дочь. Зятем на свадьбе. Скоро у меня будет такой же альбом. Дочь зятем, вторая дочь зятем. Вы считаете, а это... от Урывки до Потеряевки сколько километров? 9 вот напрямую. А вот это вот... А мы 12 сейчас не напрямую. Вот это вот у нас это 25 лет мы... Совместная жизнь. Да. А вчера у нас было 46 лет, как мы поженились. 21 июля. Да, это Потеряевка. Это мы приезжали на праздник. Это еще давно было, первый, наверное. А это юбилей был у меня, вот снаряжались. Так. А это вот, вот это вот я, это моя дочка, это тоже дочка, а это внучка. Мы на сцене поем песню. Все. Благодарим. Спаси Христос. Спаси Христос. Так, ну-ка попросите его уж показать теперь районницу. Кого попросить? Районницу. А, она там, на этом, на улице. В ямке. Я не знаю как. Вот, с пергой. Так, возьмите кто, положите в ведро. Они же с пергу всегда, только 2/3, да, заполняют. Ведро наше где-то там. Там сзади стояло. Вот это, оно там будет мёд. Ну, сзади. Вот там у крыльца стояло. Это очень полезно, особенно для мужчин. Я заменил пирога, это дело хорошее. Это электрический мотор. Поставь еще на дорогу. Ну, почему-то я... Так, пойдемте, покажете. Почему-то я им не это... Плохо пользуюсь, почему-то не так, нравится. Ну, ты что, это хлеб вино это нарезал, да? Да я немножко отрезал. Вот это, под целлофановый мешочек. Вот вы, подождите. Нет, это у меня, я вот... Вот тут вырезал рамки, это бракованные рамки, вот это признал. И где-то выбирал, ведь вот я забыл, ёлки. Ведро надо принести, там у входа стоит, в доме. Вот, смотрите. Вот это можете взять, все. Вот смотрите, тут и перга есть, и мед, и свежий, прошлогодний. Вот. И личинка. Дели. Ну, личинку выбросить можно. Тимофею личинку. Можно личинки съесть. Тимофею отдать он есть. Знаете, возьмите. Сейчас ведерко наши принесут. Переложим. А пошли за ведерком? Да, туда пошел. Опять Андрюша пошла. Конечно, кто же. Внутри пчелка. Пчелку заберите. Марина,
Знаете, вот выбираете, что у вас. Там пчелы. Ой, тише. Прилетели. О, пчелки. Выбирайте, что лучше. Вот этот, видишь, перга есть. Это самое. Ну, это пустой или нет? Нет, мёд свежий есть. Выбирай, что, что понравится. Марина. Тимофей. Тимофей. Давай. Там даже муравьи есть. Это ячейка. Да, они все хорошие. Что-то. Ну, там повыбираете. Да. Вот из этого. Но тут хоть не жалко эту рамку саму, да? Ну это из рамку выбраковываешь, а вот хорошее место выйдет, но жалко же, да, куда конечно. По землю вытечет. Боишься пчел? Это да, тоже то все ведерко нам дали, ты забери. Правильно. Как жалит. Как по мне, так все в подряд. А у вас костюм это, ну чтобы... Выбирай, говорит, лучше, вот так вот, так все вот так вот. Вот так вот переворачивай банку и все. Ну я покупал специально 10 метров. А где-то на дне пчела сидела. Сейчас вылетит. Потом разберутся, накладывают. О, какое. Поэтому покупать она все дорого. Ничего, что они накладывают? Нет, я им разрешил. Ого, вот это. А вы сразу восковые основы лепите, когда делаете рамки? Да. А где пчелка? Она там сидела. Сейчас я покажу, там есть, да. Здорово! Вот это, а вы старые, вот это положи сверху. Да, да, нет, это оно с этим. Тут пустая. Уже точно даже. А вы это старые. Почему это просто выложит в это мед? Положу, ложка, положу. Есть ложка, выложите мед. Ведь известно, что пчел, если там плохо. Уже утащили. Это мед. А нашли, тетя Галь, нашли. Давай, кружки все забрали. Кружки-то забрали. Они не любят, когда мышами пахнут. Ложки все забрали. Забрали. Вот ложки здесь. И ложки. У меня. И хлеб забрали. Хлеб здесь, оставить. Здесь, а? Давайте. Вот оставим. Это вот ну, хорошее мясо. Давай, давай. Давай. Мы привезли хлеб, вам оставить? Конечно. Да, оставить. Мы сами пекли. Давайте оставим. А, ну если сами, то оставим. Сами пекли. Вот так. Посидите от нас хотя бы хлебушка. Надо было хоть... А мы хлеб взяли у вас. В русской печи. Ну. Вот у нас пекарь стоит. Вот. Марина. А вот учитель пекаря. Как учитель. Вот он, Володя. Ты что, не знала? А Марина. А Володя учитель. А мама печет. Все, отпусти, будем ко мне. А у меня Виктор Николаевич. А Витя кто? По наследству. Не знаю. Показать рой. Там уже. И пока мы не размокли на дорогах, попал. Не знаю. Поспешим. Так, ну пойдемте. Вы ведро не забудьте. Нет, такое добро так, не Марина, забудем. Вот там труд. Я зона. Она занята, занята. А вы если где-то есть... Иди еще делает. А, вон пчелки лазят. Хоть пчелок показать немножко. Они вышли на улицу посмотреть, что так, там отойдите-ка, с погодой. Так, отойди-ка. Так, я засуну тоже. Ой. Да ближе, Володова. Да еще ближе. Боится. Чего так далеко? Да, да, конечно. Посмотрите меня рядом с ним. Все, пошлите, пойдемте. Посмотрим, что там нам покажут. Пойдемте. Не ходите перед ульями, попросили. Потому что будет буря. Если не бывает, то буря не успею за этим оператором. Тихо, только это не порви себе свою технику. Не жалко, жалко, дядя Володя. Да и Володя отрастет. Что там показывают? Поилка. Вот поилка для пчел. Дай-ка я пойду. Дай-ка. И пьют. А у нас на картинке точно такая же и была. Ну, может быть. Да-да. По канавке бежит вода. По канавке. Они куда? Ну, они садятся тут и пьют. Вот иногда весной особенно. Когда жарко, и как вот табун коров стоит, вот так вот прям зигзагом и пьют. Здорово. А вон одна пьет. Да, вот так. Вишенка. Сейчас не пьют. Потому что водички, они тонят. Вот, смотри, вот подошла. Вот подошла. Вон подошла. Ведра, ведра есть у нее с собой? Да, да. А сейчас не обязательно с поилки-то, прямо на сверху тут есть вода. Так как вот только, вот обойдем там, дядя Леша. Прикольно. Дядя Вова с камерой. Покажите поилку. Поилка. Зигзагом. А я делаю. Мишки просят
24 часа в сутки. Это зависит от погоды. График работы. Ночью вентилирую туалет. Сейчас я достану ровно. В субботу, воскресенье. Да. Это просто праздничный день. Я достану. Не надо тогда. Да вы сейчас отпушите. Тут мило. Тише. Я вам достану и покажу. Что там? Не упадите. Что там? Рой, наверное. Наверное, сейчас рой будет. Где-то котик мявкает. А рой это дикий? Вон он. Нет, почему дикий? Это мои пчелы. Тихо, отходите, отходите в сторону. Семья вылетела, да? Вот, смотрите. Вот это рой. Держите так. Вот здесь. А одна уже села снаружи. Сколько тысяч? Вот здесь вот 3 килограмма пчел. И сколько примерно тысяч? Ну я не знаю, не считал. 3 килограмма. Я вот взвешиваю. А поверните к нам посмотреть. Вот видите? А вон. Полный рой, полный считается улей, сколько пчел? 60 тысяч. А здесь 15, а есть, нет? Ну может быть 15. 3 килограмма. 3 килограмма. Я взвесил, вот, каждый рой взвешиваю. Вот, видите, вот. 4,5 килограмма. Вот 3,4, 2 килограмма, 1,5, 1,4. Поглядите вот так, чтобы охолостить с этой стороны. Вот так вот. Что они там делают? А потом дальше. Ну они вот вышли, и я пока их остужу, чтобы они, у них роевая эта вот, активность пропала, а потом сажу в улей. Вашим друзьям, братьям скажите, дней через 10 этот ролик будет в интернете. Да. Вы там можете такие комментарии рекламу давать. Ну вот смотрите, вот. Жужжат? Слышите, как жужжат? А? Ага. А что они там делают? Ну, это у них спокойное состояние. Вы их потом переместите, да? Да, да, потом в улей посажу. Как горох посыпались бы оттуда. Пчелка сидит. Сейчас одна бы кого-то ужалила. Все бы начали нападать. Бы. Все были бы уже в автобусе. Если бы его одного ужалила, все бы начали нападать. Так, запах пахнет, вот да? Да, яд пахнет. И они начинают все нападать. Да, вы не могли бы открыть. Так всегда. Это сигнал. И он бы, наверное, докатился бы, а не добежал. Вот у меня сейчас. Ну что, по машинам? Два роя висит. Давай по коням. Так, мы сначала мелкие. Давайте, пока дождь не пошел. Ой, машинам. Так, кто что брал, вам должен что-то, нет? Нет, никто. Он нет. Рассчитался? А кто что брал? Никто ничего не брал. Он еще не налил, он еще не налил. Он, Леша подождет меня. Леша подождет, он мне мед да. Нальет. А кто подождет? Ну, я не до пенсии работал. А мы тебя ждем тогда. Еще я на пенсии. Мы тебя ждем. Ну как, чистился. Так, я вообще по образованию электрик, энергетик. Вот. Да я понимаю, так вот это... Прося, да тот просит. Прося, солнечный. Кому в туалет надо? Здорово, чтобы не просили. В туалет кому надо? Сходите. Эй, вы. Вот вы пошли куда? В туалет. Кому надо? Эй, вы, кому я надо? Я с прошлого года обратно. Слушай. Давайте мы оформим еще доставку с вами. Как сейчас? Сейчас. Подождите, я тоже покупаю мед, как надо тихнуть. Да, давайте, быстрее. В очередь, в очередь. Нет, я вам пока оставляю деньги. А когда свежий такой лучше качать? Ну вот сегодня можно было качать, если погода. Ну не сегодня, но там это... Ну, к августу тогда. Конечно. В конце августа мы все снимаем, все выкачиваем. Поэтому большая очень партия мед. А я на чем держу? Все. Оля, мы торопимся, больше не надо ничего спрашивать. А где это? А куда мы? А, ну записывай. А, я что тебе отдал? Мед, медом. Передайте кому-нибудь мед. Чего-чего? Заказывайте по почте мед одним словом. Я думаю, мне дороговато будет заказать. Так зачем? Ну, да я шучу. Говорю, мне дороговато будет в Украину заказать по почте. Ну надо смотреть, да сколько это стоит. Оторвать надо. У нас просто куча. Оторвать надо. Воротос, клей.